Всем привет! Привет! Сегодня пошли очередные съемки фильма «Без времени 2». Я думаю, что все удачно прошло. Я очень надеюсь, потому что сегодня был непростой день, очень жарко, много пространства, солнца и наше терпение. Ну а иначе как? И главное, наши прекрасные актеры, которые сыграли. И вот на этой жаре просто великолепно, профессионально. Мы просто счастливы. Что может быть лучше для тех, кто снимает кино? Да, и мы сейчас вам покажем немножко кадров сегодняшнего съемки.